Жан Буш. Пока никто эту троицу побеспокоить не смог. Последний оставшийся – это Константин Меньшов, действующий чемпион России. На данный момент ученик Евгения Рукавицына. В этом году у него практически нет призов. И вот он здесь, чтобы защитить свой титул. Удивительное, конечно, непостоянство у многих наших спортсменов, парней-одиночников. Только-только раскочегаришься, думаешь, вот, сейчас оно пойдет, одно за другим, какое-то движение вперед, турниры, конкуренция. Один турнир, второй, следующий, нет. Один турнир выигрывается, причем после долгих и мучительных для всех мучений. Проходит совсем немного времени, и на это место уже совершенно другие люди ломятся. И дело не как в какой-то международной конкуренции, когда много людей на высоком уровне. Попадаются. Нет, к сожалению, сами ошибаются, сами отступают, причем сильно. Вот на каком месте сейчас
даже после короткой программы, окажется Константин Меньшов. Не на высоком. Что, конечно же, ну, так чисто по-человечески, безумно обидно. Да, он в прошлом году, слава богу, отхватил свой, хотелось бы говорить, что последний, но очень важный шанс с чемпионством страны. И сейчас, и год прошел, ну, после этого он на чемпионате Европы стал седьмым, прошел год, и он опять, он не может ничего сделать. И это в очередной раз только подчеркивает то, насколько Евгений Плющенко уникальный персонаж. Совершенно уникальный.